Запретная зона. Серия номер один. Как получить пиздюлей, пока охранник на другом конце. Вон он, его там видно. Он нас хрен увидит. Да, да. Мы идем вот на вот этот самолет. Все, тебе перелазь. Не-не-не, вот-вот, не ходи, блин, ну и нафиг там это, траву мять еще. Так там змеи, ты сам сказал. Сейчас пойдем заводить его, он заводится. У меня когда-то был такой в детстве.